Андрей, поздравляем. Победа в финале Кубка России. Прокомментируй, пожалуйста, свое выступление. Выступил я хорошо. Mm-hmm. Этот прокат был самым лучшим в этом сезоне пока что. Катался я неплохо, конечно. Есть небольшие недочеты. Я буду над этим работать. Вот, сделал четверной, два акселя, все сделал. Я очень доволен своим прокатом. А скажи, пожалуйста, помимо четверного тулупа, который был сегодня в произвольной программе, над какими-то еще четверными работаешь? Конечно, я учу четверной сальхов и планирую выучить лутц четверной. Когда можно ждать этих прыжков в программе? В следующем сезоне, да, уже. Планируете. И скажи, вот ты лидировал после короткой программы. Обычно это достаточно сложно, ну, все-таки быть лидером. Это тоже ответственность, да? Да. Как ты настраивался вот на прокат этой произвольной программы? Ну, я вообще забыл про короткую программу, про то, что я первый. И просто катался как на тренировке, в свое удовольствие. И два слова. Оцени, пожалуйста, вот этот сезон. Можно сказать, что он для тебя стал неким прорывом, да? Да, конечно, прорывом. Я выступил на гран-при, выиграла гран-при один, к сожалению. Не очень хорошо. Ну да, на втором не очень хорошо прокатал. И выступил на русско-китайских играх. Конечно, этот сезон был очень хорошим для меня. Ну, Андрюш, а что тренер сказал? Тренер на костылях, потому что неудачно что-то поиграл, да, да, на первенстве России? Перед первенством. Да, за один день, конечно, порвал ахилл. Футбол играл? Да. Но все равно, видишь, сопровождает тебя. Да. Что он тебе сказал? После проката? Да. Ну, сказал, что молодец, что спасибо за полученные эмоции. Андрюш, ну ты молодец, мы тебя поздравляем. Спасибо. И удачи тебе. Вам тоже.